Как Тусяныч, объедяныч. Ты красивый мой, ты взвешиваться поедешь? Мы только тебя не знаем, сколько ты весишь, да? Да, сын? Мы только тебя не знаем, сколько ты весишь. Кататься поедешь, толстый? Вот такое у меня. Ты грязь. Я же говорю, сплю. Я сплю и никуда не собираюсь. Ой, такие потягуши с такой пастью, да? Дема красивый. Узнаем вес машины с Димой вместе. Со это мной. Вес машины и Димы, не только машины. Теперь мне надо пойти в окошечко, сколько тут всего всякого интересного. Сколько у нас вес машины с человеком? Вес машины с человеком. О, какая ровная цифра получилась. 1200. Вообще красота. 1200 ты весишь с машиной. 1200 с машиной, значит? Да, вообще красота. Прям даже циферка ровная. Да? Поехали за котом. На, сынуль, на. На. Сына, на. На, на, мой мальчик, иди ко мне. Иди, мой хороший, на. Сяж, на. На, скорее. На, я тебе мясо даю. Скажи, скажи, Сяж, я не голодаю. Хорошо, что аккуратно закрывал. Сяшин хвост все равно прищемился. Я видела. Бессовестный. Сяш сказал, что он не голодает. Сяна? Да. Сяш, недалеко ехать. На, зайди тебе мяско. Я думаю, что Росян похудел сильно к лету. Все равно. А я думаю, нет. На мясо. Нет, кукушка. Я знаю точно, по нему видно, что он похудел. Ничего по нему не видно вообще. Видно, видно. Мы не худеем. Ай. Дурацкий зум. Сяна, ты веришь, что мы наконец-то тебя взвешиваем? Скажи, Сяна, я вообще надеюсь, что мы поехали в это... На речку куда-нибудь, да, на море. Слушай, Сян, ты молодец, ты хорошо зашел. Слышь, сынок, ты хорошо зашел. Лежи, лежи, лежи. Лежи, мой хороший, лежи. Лежи, мазычок. Лежи, мазычок. А ты 0,5 включила, да, чтобы видно было, как он движет? Да. Лежи, сыночка, лежи. Лежи, моя птичка, лежи. Лежи, моя птичка, лежи. Лежи, мы уже приехали почти, лежи. Вот теперь Дима с Сяной. Закроешь за мной двери? Да ты сама закрывай, я держу Сяныча. Сиди, Сяныч. Дима и Сяныч в машине. Собака лежит чья-то. И мы идем узнавать вес Сяныча. Сейчас мы постучимся, чтобы нам сказали вес. Ой, ой. Никого нету. А пока можете цены на металл посмотреть. И удивиться так же, как и мы удивляемся каждый раз. А сейчас мы узнаем, сколько весит цен. Какой слабенький тигр? 1200-280. 280 килограмм. Как я и думала. Олег, приблизительно нормальный так. Тигр. Нормальный, большой, взрослый. Я думала, 280 килограмм вы здесь. Можете зайти отсюда посмотреть. Да вот отсюда прям зайди. 280, да? Да. Я же говорил, схуднул. Да. Стопудово схуднул. Скажи, Сяна, кто там идет на меня смотреть? Все, поехали домой. Поехали. Спасибо большое. Сяна очень развеселил прыгающий дяденька. Он еще ест? Глаза. Все, зайка, все нормально, все хорошо. Это ребристый полезный. Да. Сян, ты трус такой стал, вообще ужас. Я же говорил, килограмм 20 стопудово скинул в лето. Ну там только же, там только шерсти 20 килограмм. Я не вижу, что я снимаю вообще. Ничего попало снимаешь. Да? Сян, ну у тебя там еще кусок мяска лежит. Сян просто поел за всех, по-моему. Как обычно. И очень этому рад.
поэтому Сяна не выходит. Вообще классное умение у тигров, конечно, к лету худеть. Сильно, автоматом. У меня такого умения нет. Давай ехай, скажи. Не, Сянка, гулять мы не поедем. Если нас в Новосибирске заловят с вами, это не читай. Тут нам такое ата-та сделают, что мало не покажется. Завтра к нам ветслужба должна приехать. Да, завтра к нам ветслужба должна приехать, поэтому, друг мой, нет. Мы все будем пока домашние, порядочные. Завтра тебе песочек привезут, у тебя бассейн и личный пляж. Сяш. Пойдем. Ну, Сяш против. Пойдем, ну пошли, зайчик. Ну выходи, зай. Я знаю, что домой не гулять. Скажи, нет. Вы меня привезли обратно домой, баба Яга против. Вообще категорически. Ну, пойдем. Ну что, Аста, ты тяжелее, чем Райсович. Слышишь? Ты тяжелее, чем Райсович. У тебя так апельсины плавают. Конечно, подушку не мыл очень давно. Ты очень давно не мыл подушку, да? Какой кот, такие уточки, да? Не прыскайся. Ну, ныряй. Ну вот, да сейчас у нас ведутся подсчеты. Да по, не на чем считать. По подготовке. Завтра у нас приедет контейнер. И мужики сидели, считали, сколько стоит кошкин дом без контейнера. Контейнер завтра привезут. Это будет теплое помещение. Ну как. Для двух котов. Для двух котов, как мы думаем, под льва и под леопарда пока. Вон достали окна. Окна у нас, слава богу, были приныканные. Два помощника помогали изо всех сил. Да? Сколько получилось? Ну вот смотри, это без электродов, без электрики. Без электрики, без мелочей, то есть без саморезов, без всего. Вот это чисто грубое, только материалами. Угу. 161 тысяча рублей. Это внутренняя отделка вся, угу, да? Угу. Это без электрики, без обогревателей, без кондиционера. Это дверь, при условии, что мы двери входные делаем сами. Вот окна у нас были. Ну, вот, короче, получится... Это без доставки еще. Это еще за этим всем надо с каждым съездить отдельно. Ну, только уголок я грубо посчитал, потому что не знаю ценник. Сейчас как он изменился. Вот. Вот так вот, ребята. Столько стоит кошкин дом. Я думаю, мы точный подсчет сделаем. Mm-hmm. Сколько, ну, это когда уже зафиналим его. Mm-hmm. И так далее. Но я думаю... Контейнер мы взяли, получается, 120 тысяч контейнер, 8 тысяч доставка, ну, то есть 130 тысяч. Даже Финя в обморок упал. Да. Сейчас Финя еще и окно в обморок уронит. Короче, ну, сейчас будет минус одно окно. Короче, 300, я думаю, 380 тысяч. На сколько? Дом. Я думаю, тысяч, не меньше 380 на домик для двух котов. Вот это вот теплое помещение. То есть на самом деле мы это делаем, ребят, чтобы вы понимали, как бы. Потому что нам очень многие помогают. Да. Нам очень многие помогают, и чтобы вы понимали, что эти деньги не уходят в никуда, что, к сожалению, что-то так все подорожало адски. Ровно в два раза. Винчуля, полбисина. Ку-ку, мой мальчик. Зачем ты роняешь окно? Вот тебе принципиально туда сползти, да?